На дружке стоит 2500. Старый включил, кто самый был. Старый муж наёбнутый. Да хуй её знает. Сейчас двушка наша. Давай сейчас постоим, посмотрим. Ну она, сука, начинает падать потихоньку. У меня на фонаре очко было. Чего? Один прогрев. Должно? Да, чуть-чуть больше единички. Тут, блядь, уже однушки нахуй. Уже? Практически, блядь. Ты, блядь, у меня на четверке, блядь. Четверки хуяри, блядь. Не, я тогда заводил, у меня 2,5. Прогрелось на больше единиц. Ну тут уже меньше единицы. Масло насос надо поменять. Ебастьян. Не вырвало там? Нет. Давлята? Ой. Ты тебе говорю. Ноль, да. Ну-ка, звони. Да не, нихуя, ноль, да. Не. Авиационный? Да. Ну так газуешь вам, блять, вам этот. Я шатун слышу, хуярит, блядь. Тут уже пизда всего ноен, блядь. Сколько я, блядь, 180 километров накатал на этой залупе, блядь. Еще до этого сколько ездили, ну. Вот она, сука, постоит, блядь, буквально минуту, блядь. Давляк появляется, там опять падает, ну. Потому что насос. Он открыл, я думаю, насос. Давления бы не было вообще. Тем более, блядь. Заглушил, завел, блядь, давление есть. Ну он спиздел, блядь, это нахуй. Типа засирает маслоприемник, нахуй. Типа они заливали масло, там какая-то хуйня попала, они ее вытащили, блядь. А даже знаешь, какая хуйня была? Мы когда 245 делали. И когда тянули. Там заборник идет таким грибком, сеточкой. Когда тянули, пизданули ключом по нему. То есть, ну, смяли его. Ну, блядь, смяли, смяли, внимания не придали. Мотор заводим, давляка нет у нас. Открываем поддон крючком за сеточку, так, тыкс нахуй. И с него масло. Падает, блядь. Тебе его оставить? Для нахуй мне нужен, что с ним буду делать?